А коли росіяни тут були, як вам було? Чесно, голодно. Ну как, раз в месяц гуманитарку дали и забыли. До октября и все. В общем, ничего хорошего. А вы помните, они какой-то свой референдум проводили? Что тут было? Никто туда не ходил. Абсолютно никто. Просто потом узнали, что Лиман 98% проголосовали. Все. Ну, я не знаю даже, где оно было. Ну, думаем, в подвале что-то придумать. Может, к дымоходу как-то приделать или печку, или что-нибудь такое. Ну, а так не знаю. Ой, одноклассница погибла. Потом это, ну, мирных, да, погибли люди. И вот недавно тоже мужчина умер. Но это уже последствия вот этих бомбежек. У него с головой что-то случилось, и все. И получается, что он умер. Похоронили пока во дворе. Ну, а потом уже перезахоронят, наверное, дальше. Ну, в общем, все в шоке, все вот изменились люди, все перепуганные. Какие-то вот совсем другие стали. Ну, немного вот как злые, каждый за себя, зима заходит, все переживают. Дрова не знаем, где брать, в лес же нельзя. Мерзнем, как собаки. Собаки. Как собаки, ворови. Я же говорю, утром встаешь... Не то, что утром, ночью колотишься, а утром стоишь, одеваешь на себя все, ничего. А выйти сюда, тут мокро, не зажжется. Ждем, пока зажжется. А ежу, как вы готовите? Да вот. Каждый сам сидит. Вот мы и готовим на печку, знаете. Они какой-то референдум проводили, как тут было у вас? Какой референдум? Мы не ходили никуда. Мы не... Не было тут на нашей стороне. На нашей никакого... стороне ничего нам не говорили, и мы не знали даже. Куда? За гуманитарку, за референдум. Говорили, что где-то будут, где-то будут. Только по радио могли послушать, что было. Угу. Вот такое. И как думаете замывать? Тут? А кто же? Позамерзали. Как замывать? Вот. Говорим, не ляжем, замерзнем, чтобы не мучиться. Мы просим хотя бы электричество дали, хоть на день мы могли включить печки, приготовить у себя на четвертом этаже, на пятом. Давай на свет на ночь, а не на день. Нагреться, ну, включили обогреватель. А пусть на ночь выключают, пусть хотя бы днем дают. Вот. Як ви тут жили, коли лимані росіяни були? Що та ми нікуди не ходили, ми їх не бачили взагалі, тих росіян. Ото тільки дають пенсію, підемо, получимо і все. А, рублями давали? Рублями, по 7800. А тепер ви дали? Ото жили, покупали в магазині. Дорого, звісно, було в магазинах, все, ну, покупали. А от вам давали пенсію 7000 рублів, а от хліб скільки коштував? Хліб 20-25 гривень. І брали і гривні, брали і руські. От так ми виживали. А так мені я на почті раніше отримала пенсію. Почта закрилась з апреля місяця, і до сих пор я не отримую нічого. Абсолютно. Обстріли сильні були у вас? Очень сильні, очень. От яма. Та ями кругом, і он, возле окон, вокруг дома, кругом. Тяжело було, в підвалах, навіть у підвалах стіни дрожали, не то що. Як думаєте замовити? А хто? Син у Донецьку, не можеш приїхати забрати мене туди. Не випускаю ще нікуди. Зимувати днем, щоб світ дали. На сьогоднішній день на території міста Лиман знаходиться в пределах 5000 осіб. Електроенергії у нас поки немає, водопостачання немає, тепла немає. Але ведуться, так сказати, дефектовочні роботи від ДТЕКа, від залізниці по відновленню, по встановленню цих видів. Були прильоти, стіни пошкоджені, вікна пошкоджені, криші пошкоджені. Практично кожна будівля пошкоджена.